16 мая состоялась онлайн-встреча, посвященная 26-й годовщине геноцида народа тутси в Руанде. В мероприятии приняли участие посол Республики Руанда в России, послы Камеруна и Танзании, председатель клуба «Друзей Руанды», а также представители Министерства иностранных дел Российской Федерации. Участники встречи вместе минуты молчания и молитвы почтили память тех, кто погиб в этой страшной трагедии, а также поддержали тех, кого коснулось это горе. Вся суть вот этой встречи заключается в том, чтобы сегодняшнему поколению и поколению молодому, кто не застал тех событий, сказать и напомнить: никогда больше. Очень легко, очень быстро можно этот конфликт повторить, но самое главное, чтобы мы могли помнить о тех уроках, которые преподносит нам история, и дорожить миром, который есть. Мы вместе с руандийским народом вспоминаем эти события никогда больше. Информационное бюро «Спектр», Москва.